Публичные слушания по реновации стартовали еще в 5 районах города. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас расскажу подробности. Комитет градостроительной политики Москвы сообщает о начале публичных слушаний по проектам планировки территории кварталов реновации в 5 районах столицы. Слушания касаются районов Нагатинский Затон, Выхино-Жулебино, Академический, Котловка и проспект Вернадского. Жители Юго-Восточного административного округа будут рассматривать 3 проекта в районе Выхино-Жулебино, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Горожане смогут увидеть будущую жилую застройку с объектами социальной инфраструктуры, проектировка которых шла с учетом потребностей жителей каждого района. В ходе реализации проектов построят образовательные комплексы с детскими садами и школами, спортивные объекты с бассейнами, поликлинику для взрослых и детей, а также дополнительные учебные корпуса для школ. Также пройдут работы по благоустройству с созданием мест для пешеходных прогулок и семейного отдыха. Экспозиции будут работать с 8 по 14 ноября. 19 ноября состоятся собрания участников публичных слушаний. 1 августа 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу реновации. В нее включено 5173 дома. На этом у меня все. Следите за новостями из жизни столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!